Дамы и господа, мы сегодня на стриме мы повоюем, но сначала обновим магазин 33 раза. И надеюсь, что-то выбьем отсюда. Что это? Нет, не будем. И еще проточим руну, которую только что выбили слабы. Может, с ней будет какой-то толк. Так, мне нужно... Так, 39, 40. Да, должно остаться. 40 здесь цифра должна быть. 33 обновления. Так, и тебе привет. Так, обновляем. Так, 40 должно быть, да? Пам-пара-па-пам-па-па-пам-па-па-пам. Стоит ли выбивать ее ногами? Магичку можешь раскачать на 6 звезд и фармить все. Фармить как все магичкой. Любые локации, которые тебе нужны. Либо посмотри гайд. Там все рассказано. На основной канал мой зайди Ютуба, на котором ты и смотришь сейчас все это. Да, перейди на основную страницу. И там есть гайды для новичков. И там есть гайд, как развиться за 1-3 месяца, как зафармить 10-го гиганта, дракона и все остальное. Еще лучше зайди в плейлист развития с самого нуля. Там я раскачиваю Рафика и все там увидишь. Так. Привет, Аракис, у тебя очень красивый дом. Спасибо. Спасибо, еще кучу всего надо делать там, правда. Спасибо. Так, 40, да, должно быть? Опа, стоп. Шеннон, как мистик. Это же слишком сложно найти видео на канале. Да, 700 видео на канале. Кому я их снимаю? Видимо, сам себе. Сам себе делаю гайды. Кому нужны мои гайды? Сам себе делаю. Я же настолько тупой в этой игре. Делаю сам себе гайды. Люди же не понимают, что на любой вопрос, который они хотят задать в этой игре, хотят или придумать, есть видео, ответ на YouTube-канале. Но это же надо еще посмотреть видео. Зайду лучше на 444-ю помойку и спрошу там норм корм по ЖСПС. Так, так, так. Представил меня на кресле качалки на балконе. Да. Постараемся. Постараемся кресло-качалку туда и все. Но балкон, наверное, будет делаться в самую последнюю очередь, наверное. Так. Еще мистик, отлично. Так, что у нас там? То, что нормальные люди сидят на стримах и развиваются в этой игре. Они сидят на 444-м помоях и якобы там общаются, друг друга обсирая и давая друг другу дезинформацию. Вот почему 444-й твоя помойка, как и все остальные русскоязычные каналы. Возьмем сюда, наверное, Алисию. Алисию. Нам нужно, наверное, он может быть в иммунитетах, поэтому возьмем лучше сюда еще Тиану, да? Да, возьмем. Так, и возьмем сюда. Где она там, Алисия? Как ее поставим? Тиану между ними? Да, я думаю, так будет красивше. А сюда мы возьмем... Ну, Поняша, мне кажется, сюда особо не зайдет. И Раке нам здесь не нужна. Так, мы можем сюда взять. Но сюда очень хорошо зайдет Калли, которая вынесет здесь Фэньяня. Но при этом Калли надо защитить как-то. Защитить Калли, короля. Можно Часункой, а можно еще взять одного ДД, который просто вынесет Калли. Да? Берем Калли, тетю Калли. Возьмем... Наверное, чтобы ускорить эту подругу. Бастет, она ускоряет Калли. Калли убивает Фэньянь, и мы остаемся 3 в 2. И после этого нам нужно еще будет убить как-то Тессариона. Но он будет под иммунитетом наверняка. Следовательно, нам нужен какой-то ветреный ДД. Можем взять даже Поняшу. Поняша с Бастет. Ой, она будет долго ковырять. Если мне очень быстро убьют Калли, то Поняша с Бастет здесь либо проиграют, либо будут бить... До усрачки очень долго, поэтому мы возьмем все-таки, наверное, какого-то Лагмарона, либо можно взять даже Люшена, абсолютно не парясь. Ага. Мы можем даже, знаете, как взять? О, я даже знаю, как мы возьмем. Мы сделаем лучше. Мы сделаем более бюджетно, что ли. Ага. И третий, где наш третий? Вот. Правильно? Тот самый Люшен. И мы еще возьмем Фуриана. Фуриан заливает мне... Стоп, а у него какая лидерка? Вода. Ну, пускай тогда будет вот здесь. Фуриан заливает этого пиздючка, Калли. Калли дает баф. Люшен выносит всех. Ну, а тот, кто останется, добьет Калли. Ну, останется, скорее всего, Камилла. Или останется Архангел. А там мы уже, я думаю, вопрос решим. Короче, я думаю, здесь без проблем.
то ли ширный не поместится вместе. Так, бафаемся. Так, вот так, вжух. Ага, ну, как я и планировал. Так, давай дадим первый скилл, чтобы быстрее себе откатить. Тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, а вот, не раздражай дядю. Давай еще сюда, чтобы откатить скилл. Давай сюда. О, еще и кританули, идеально. Ускоряемся. Вжух. И массовкой, думаю, добьем, да. Отлично. Когда берешь Тиану, да? Ну, вы поняли. Раскол? Реально раскол. По-моему, сюда, да, не залетел раскол. Как знал, что надо кинуть. Ну, третьим скиллом, я не знаю, убьем ли мы кого-то, а со второго точно не убьем. Блин, знаете, даже... Если мы сейчас не заморозим хотя бы кого-то здесь, в идеале надо хотя бы ее заморозить. Нам просто может не хватить сейчас дамаги. А ну? Да, видите? Хм. Хорошо, что она затупила, в принципе. Мы даем второй скилл. Только не Сайленс сюда, пожалуйста. Сайленс, твою за ногу, а. Давай хотя бы сюда убьем. Ай-яй-яй, убей. Тиана, почему ты сейчас такая быстрая? Раскол? От говняшка. Так, попробуем снять это все дело. Раскол. Так. Раскол. Живи, живи, живи. Так, и у нас сейчас будет второй скилл. Возможно, кого-то вынесем. Нет, для таких дефов, конечно, Алисия не особо заходит. Потому что, видите, ей не хватает урона. Точнее, скорость очень маленькая у этих мобов. И они тупо не успевают. Не успевают походить. Они медленные. И для Алисии это как бы минус. Можем в первую пачку взять кобылу, кстати. Хотя против двух огненных мобов так себе она зайдет. После того, как убьет Теомарса, уже она станет просто бесполезная. Поэтому мы сюда возьмем, наверняка, Тессариона. Мы возьмем сюда... Хотя нет, зачем нам это все брать, если мы можем взять вот так вот. Ага. Да, и я не думаю, что тут будет проблема. Прям моя классическая пачка. А сюда мы возьмем... Здесь хочется Купером убить ему Ритеша. Но эта звезда может поснимать бафы. Какие это может поснимать бафы? Блин, два стрипера, так еще и хороший танк. На самом деле веселый такой деф получается. Давайте мы возьмем сюда Гара. Возьмем сюда Козлика. Я думаю, вместе они нормально наваляют. Где наш Козлина? И добавим сюда либо Океаноса, либо Перну. Либо Лайку. Кого же сюда добавить? Так, Лайка, Перна. Перна, наверное. Скорее всего, Перна. Ушатаем сразу и мы попытаемся Ирис, а дальше уже как попрет. Скорее всего, с Перной. Да, поехали. Да, второй дев достаточно интересный. Такой нестандартный, поэтому меня и заинтересовал. Все остальные, всякие панды и все, оно уже объезженное. А вот тут вот чувак что-то прям не то чтобы новое сделал, но давно такого не было. Так, отлично. Ой, она в Немезисе. Слей. Ай, хорошо. До щита. Ну, а, идеально. Да, Марс даже не прокнул Виолентом. Удивительно. Что-то, видимо, случилось. Ой, я еще быстрее хожу. Я не буду тратить второй скилл сейчас. Давай, не знаю, что сделаем. Сюда ударим. Застанем. Классный стан. Просто 15 звезд. Стан. Давай зальем Перну. И вместе с Гарой, я думаю, мы ее сейчас вынесем. Так, а, даже так. Точно вынесем. Ну и все, как бы деф уже абсолютно ничего не сделает. Фулл огненная пачка против Ритешика. Это, конечно, полная контра. Так, еще. Ну, у нее еще и руны слабые. Мобы-то более-менее интересные, хоть и медленные. Зальем, зальем. Давай себе. Дотик. Стан.
Хре, стой, 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 что происходит? Так, сюда. Отлично, стан. 200 резиста. Ладно, даем вот так вот. Так, стан. Я, наверное, сделаю пернее. Точность минус 0. Все равно толку никого нету. Так, и чпок. Ужасно. Вообще не закидывает стан. Добавляем сюда еще. Можем взять, чтобы фокус приняла на себе паладинша. И еще нам желательно паладиншу подхилить чем-то. Хил плюс раскол. Это у нас Аннабель. Но здесь будет в основном иммунитет висеть. Потому что это же явно не массовый стрипер. Как бы. Белка. Ага, нежданчик? А, нежданчик? Белка, бля. Белка снова в мете. Ребят, не ждали, да? Сегодня панду огня выкатил. Белку выкатил. Понимаете? Вот оно время интересное, ГВ. Так, сюда добавляем еще. Так, кого? Паладинша воды я хотел сюда взять. Она сюда просто, посмотрите, три стана. Ну, наверняка он же в деспайричке его. Точно не в Виоленте. Наверное. Так, добавляем сюда паладиншу. Еще. Где она? Светлую. Поставим лидерку на точность или на резист. Так. Да, Шеннон еще скоро выкатим. Вообще уже психанем по полной. О, и возьмем сюда еще нашу вот эту подругу. Тогда лидерку поставим, наверное, все-таки на резист. Не хочу, чтобы она стояла под резистом. Да. Нормально, да? В три телочки. Паладинши вместе с... Сись. Красивая девушка. Поехали. Так. Вуса быстрее моей паладинши. И такое бывает. Так. Даже... Ладно, меняю форму. Надо белку сделать быстрее. Меняем. Так. И стан Теомарсу, да? Ай. Так, раскол. Не-не-не-не, стой. Вот так вот, да. Еще контратаку. Так. Что делаем? Кидаем себе, да, непобедимку? Да, кидаем себе. Меняем форму. По Теомарсу, короче, и пошим. В него все даем. Отлично. Меняем форму. И сейчас, если прыгнет Виолен, то мы Теомарса доводим до щита. Возможно, даже сейчас убьем. Возможно. Если вторая атака добьет, третья снимет, четвертая добьет. Идеально. Просто поняша зашла, как детки в школу. Так, теперь сюда. Так, отлично. Снять бафы. Белка, вот поэтому ты на складе валяешься. Бомжара. Так, сюда. Ой-ой-ой-ой. Как больно, наверное, да? Так, меняю форму. Стан. Спасибо. Так, на себя в любом случае загрим. Купол нужен. Давай раскол сюда. Ой, белка. Я будто белку взял просто плюс один. Мне кажется, сюда проще было взять пирата и все. Стан. Устойчивость. Какой-то устойчивый вуса попался. Ясно, ускоримся. Так, да, гайдов на канале очень много. Ни у кого столько гайдов нету по этой игре. Так. Да, взять реально все русскоязычные каналы по Суммонарвару. Даже половины не соберется того, сколько сделал я по этой игре. Поэтому я считаю это своей работой. И за это я же и получаю деньги от людей благодарных. Конечно, неблагодарных больше. Но не о них идет речь. Да, не в них дело. Так, сюда-ка. Давай сюда раскол. Отлично. Так, убиваем Вусу. И стан. Часунку, да? Ну зачем этот порк Виолента? Мы бы и так походили. Стан. Так, давай станчик. Да, от паладинша увидеть стан, это как единорога заметить. Где-то там, вон там он прячется. Давай. Отлично, по 6000, ну нормально так.
Так. Да, Боря, вот тебе подсказываю, что ты можешь отблагодарить донатом, потому что спасибо — это очень дорого в наше время. Спасибо — это слишком дорого. Мне кажется, спасибо — это перебор. А вот 5-10 рублей можно кинуть донатом, как бы не обеднеешь. Да, 5-10 рублей может кинуть каждый. А спасибо — это очень дорого. Я считаю, что спасибо не надо. Не надо, оставьте себе. Так, убей. Так, отлично. Не отлично. Блин, а мне сейчас твою за ногу, а? Что происходит? И нам придется убивать Перну. Потому что чуть-чуть не хватило дамаги. И кто-то прокает Виолентом по 18 раз. Ну, две самочки эти уже, не знаю, затащат или нет. Уже будет очень сложно. Наконец-то у меня паладинша сходит. В вечном стане стоит. Так, стан. Так, еще стан. Он тебя сейчас тупо успеет откатить пассивку. Или нет. Не успел, отлично. Вот сейчас он, у меня есть нормальные шансы. Вот, куда донатом кидать? Вот, донат. Вот, есть в описании ссылка. Вот, донат. Переходишь по этой ссылке и можешь кинуть мне 5 рублей. 5 рублей этого достаточно. Сюда кастан. Сюда загрить. Классно, загрили стан. Надо было лидерку на точность ставить. Все равно паладинша тупо простояла в стане. Так, еще сюда, еще сюда. Так, я думаю, можно ставить на авто и долбить его арха. Арха Верадика. Сегодня я щедрый, держи спасибо. Да-да. Оставь его себе, свое спасибо. За спасибо я дом не дострою. Если бы я не брал деньги за свою работу, так бы и жил бы в том бомжатнике. А так мы построили уже дом. Так, отличненько. Чики Васик. Посмотрите, тупо вечный стан. Долбанный деспайр. Как же он задрачивает. Это мы купим на субботу. Так будет легендарка точно. По любасу купим за ГВ там или еще где-то. 2 ЛД. Как обычно, ничего не упадет. Так, 20 мистиков. Будет самое прикольное, если мне выпадет, ну, закон подлости, если мне цинк выпадет, который так дают за арену. Цинк будет новой игрушкой. 20 мистиков уже есть, ну и камни тут пока... А что там, кстати? Ага, ну, за камни ждем. Мне третий не нужен чхиву. Буквально пару дней назад мне еще один чхиву упал. Здесь остался... Капец. Здесь один монстр. Здесь один монстр, которого у меня нету. Здесь один. И здесь один. Как так-то? Можно как-то их вместе хотя бы два поставить? Хотя бы два. К примеру, там Поняшу, Ганимеда и... Не знаю, еще кого-то огненного. Типа Макаки Огня, там, Зайроса. Вообще идеальный был бы призыв. Тогда я бы потратил бы камни, а так купим еще. Я так понимаю, это будет рекорд. Я больше 5000 камней на призыв еще не собирал. 4700 был мой рекорд. А сейчас придется собрать 5000 камней. Плюс еще башня. Ну, короче, в сумме выйдет 5000 где-то 200 камней. И только тогда, если через 4 недели что-то появится толковое, то мы будем тратить камни. Если нет, ну, купим еще. Ждем тот самый идеальный призыв. Всем побед на ГВ, кому нужно что, пишите мне ВКонтакте, добавляйтесь ВКонтакте, добавляю всех. Вот, заходите, страница у меня выглядит так, нужна консультация, чистка рун, пофармить на вашем аккаунте всю ночь, пишите мне ВК. Побед на ГВ и добротного дропа вам с Кайроса. Пока-пока.